Сельское хозяйство – это единственная отрасль, в которой можно использовать выхлопные газы как удобрение для будущих растений. Опыты внесения выхлопного газа HC+CO2 в почву известны уже около 100 лет. К примеру, использование CO2 в овощеводстве. А на нынешнем технологическом уровне внесение HC+CO2 в почву открывает фермерам огромные возможности повышения урожая и экономии минеральных удобрений. Выхлопные газы – это отличное удобрение для ваших полей. Углекислый газ для растений также жизненно необходим, как кислород для человека. Фотосинтез у большинства растений протекает лишь в том случае, если в воздухе имеется примерно 0,04% HC+CO2. Достичь наилучшего результата можно, если дозировка выше от 3 до 5 раз. До настоящего времени CO2 являлся ограничивающим фактором и лимитировал процесс фотосинтеза, а тем самым и рост растений. Обеспечение растений CO2 является ключом к успеху и повышению прибыли.